Итак, дамы и господа, я на месте, я вернулся, и мы продолжаем. Наконец-то дождались мы следующей игры. Мне там сообщали, что была какая-то очень плотная драка. Поэтому я думаю, я увижу что-то очень серьезное. Тем временем у нас опять на экран выпали Potatoes Gaming, которых мы уже видели в первой карте. И пока что, судя по тому, что я вижу, они берут плюс-минус точно такую же стратегию, как они использовали в самом начале. Ну, я имею в виду в первой карте, само собой. Кстати, достаточно качественно, я бы сказал, пик. Бан, извините, Хускара. Будем смотреть. Пикается Визаж, Рубик, и на четверке будет Слордар находиться. Слордар под Фантомку, ну, в принципе, все логично. И под того же Визаджа очень неплохо. Кто-нибудь купит Солар Крест. Взяли Рубика для дополнительного контроля. В принципе, в этом особо ничего удивительного нету. По поводу драфта, мне вот интересно, Джакир на какой позиции будет. Наверное, это будет четверка какая-то. Хотя потенциально это может быть даже агро дабла дазл плюс Джакира. Почему бы и нет? Многое мы видим в Доте 2. Можно по-разному расставлять персонажей. Может быть, если все-таки поставить такую линию, можно достаточно серьезно помешать Фантомке. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что у Potatoes все точно так же гладко не пройдет, как было в предыдущей карте, потому что смотреть 10-минутную игру мне не хочется, но, как меня заверил Дамир Петров из чата, если ты еще тут, снова привет, то, что молодые люди из команды FFA, которые вот у нас играют за Dire, к сожалению, так команды они не поставили, уверил меня, что очень сильные они плееры, так что будем наблюдать, сможет ли одолеть FFA своего оппонента. Берется четверка хорошая, Spirit Breaker. В принципе, видим мы его безумно часто, на самом деле, в данный момент. Мета как-то располагает, наверное, к этому персонажу. Очень важно, на самом деле, в самом начале игры, это как раз перемещение этих самых четверок. Потому что где-то хорошая помощь в миде, допустим, против Визажа будет от Spirit Breaker уместная. Или, допустим, Слордар очень сильно поможет Визажу тем самым, оппонента своего накажут в миде. Ну, все очень сильно зависит от этих самых четверок. Будем смотреть. Spirit Breaker и ластпиком банится Бруда. Беспокоит Бруда Визаджа. В принципе, из того, что я сейчас вижу, да, я согласен с этим баном, достаточно неплохой. И банит дополнительную потенциальную комбу этого самого Магнуса. Ну да, под Фантомку. Где-то под Рубена, Слордара можно было там удержать в стане огромное количество людей на огромное количество времени, естественно, после какого-то хорошего РП. Но тут уже не будет этого самого героя, поэтому и РП у нас не будет, и будет совсем другой оффлейн герой. Будет ли тролль в миде? Вот это интересный вопрос. Хотя в целом я бы сказал, что, наверное, и Джакира неплох. Мне надо вспомнить, сколько у Джакира армора начального, потому что Визаж именно тот герой, который неприятно делает против лоу армор героев. Всякое может быть. Пока что я не вижу ярко выраженной линии у FFA, напоминаю, который за Dire. Сейчас мы все поймем. Так, появляется Некр. Вот, наверное, Некр и будет в миде стоять. Чем он хорош в этом распике? Потому что у него есть Ghost Shroud, само собой, я думаю, все понимают это. Против Визаджа в миде стоять удобно, он тебя словит, нападает, ты жмешь Ghost Shroud, тебя никто не бьет, ты выигрываешь время, где-то замедляешь, может быть, своего оппонента. И, само собой, Фантомка на тебя нападет, то же самое будет происходить. Здесь кому-то нужно думать о покупке диффузов. Фантомка с диффузами не очень частое явление, как вы, я думаю, со мной тут согласны будете, поэтому если вдруг это будет она, которая захочет купить диффуз, то это будет странно и, конечно, в пользу FFA немного. Посмотрим на это. Хочу обратить внимание, что у Potatoes Gaming флаг плохой. Я когда-то рисовал флаги, и как раз вот эти самые флаги, там очень надо сложно все делать. Немного не подрасчитали с размером флага. Добирается последний герой. Это Бэтрайдер. Вот такой у нас сетап. Ну, что я могу сказать? Я все-таки думаю, что это будет тролль на сейфлейне.
Потому что Некр удачнее выглядит в миде против Визаджа, на мой взгляд. Я могу, конечно, быть неправ, но я ведь всего лишь высказываю свое мнение. Мне тут подсказывают, что у нас все игры запустились, никаких проблем нету, и это замечательно. Игра совсем скоро у нас начинается. Сейчас я попытаюсь быстренько назвать вам коллективы, которые будут играть. Я имею в виду именно людей. Сейчас будут разбиты, естественно, смоки. Люди будут телепортироваться на постановке вордов и ставится пауза, которая мне помогает. Феникс в очередной раз играет у нас на Слардаре. Человек со странным никнеймом играет на Фантомке. Солипсист, наверное... Могу ошибаться, извини уж меня, Бэтрайдер, если это так, играет на Бэтрайдере. Джазмен играет у нас на Визадже. И последним героем остается Гатс, который играет на Рубике. И это команда Potatoes Gaming. Если я ничего не спутал, вроде бы ничего не спутал. В то время их оппонент Робин Гуд играет у нас на Джакира. Кстати, обратите внимание на вот эти артефакты. Что-то мне это подсказывает. Осада. Это тролль-варлорд. Эдвард Морра играет у нас на Дазле. Вот, не ошибился. И Спирит Брейкер у нас еще имеется. Воин Света. Такой вот никнейм у него. И Ниндзя играет у нас на Некрофосе. Будем наблюдать. Игра у нас начинается. Так, выход. Очень-очень такая банальная точка. И смог разревилен. Так, увидят ли его? Давайте Vision, наверное, поставим. Да, от Redent'ов увидели они своего оппонента. Тем временем тут начинается замес. Фантомка, скорее всего, здесь отправляется в таверну. Нет, она успела прокачать очередной раз нехороший скилл, как это было в прошлой игре у Spirit Breaker. Фантомка выживает, все в порядке. Первый фраг не распакован. Так, Джекирос тут разменивается с Бэтрайдером. Все-таки поставили Бэтрайдера один в один с Джекира в топе. И руну отбирает у нас Бэтрайдер. Шансов тут на контест очень мало. Так. Как бы он не погиб здесь, скорее всего, будет жить. Потому что есть у него ботинок, а у всех остальных его нету. Осознал Spirit Breaker, что смысла дальше чесить оппонента также не имеется, поэтому ретируется. Ну что, господин Джазмен. Посмотрим, как он будет стоять в миде. Все-таки анимация у Некро тоже поприятнее. Где-то можно подойти в упор под крипов, дать койл. Тем самым сделать красиво, но, конечно, все очень сильно зависит от личного исполнения каждого из игроков. Если этот персонаж, мистер Джазмен, спамит постоянно, допустим, в паблике Визаджа, то я уверен, что он знает, как себя вести, как правильно себя подать, назовем это так, и, что немаловажно, как развалить. Пока что, я думаю, будет такая типичная фармежка в миде. Феникс тем временем подворовывает экспириенс немножко на сейфлейне. В очередной раз это происходит, хотя я не понимаю, чем это обусловлено. У него есть ботинок, он мог бы уже очень неплохо себя вести на линиях. Появился у Джакира стик. Это самый очень важный стик. И очень-очень нужно сейчас Джакира приобретать ботинок какой-нибудь, потому что в противном случае господин Бэтрайдер может создать огромные неприятности здесь. Ну, как бы все очень просто. В таверну отправить молодого человека. Итак. Что у нас на боте? Вот такая вот агролиния. FFA у нас решили сменить лейны. Поставили Бэтрайдеру Джакира, как вы уже смогли заметить. И свою сейф-линию переместили в бот. Такая вот у них агро-трипла. Касательно того, какие потенциалы тут есть в драке. Хочу отметить, что все-таки у команды Potatoes Gaming имеется два хороших дизейбла. И есть еще слово от фантомки, потенциальное даггера, в то время как у оппонента, у линии оппонента, есть дазл с poison touch, который также может немного подзамедлить, где-то будет грейв, подхил, ну, приятно. Много приятных вещей, но все-таки это не дизейбл. Один слоу, второй слоу от тролля потенциальный, миссы какие-нибудь и Spirit Breaker charge. Если эти четверки будут уходить с линии, то я бы сказал, что у фантомки должны возникнуть проблемы. Тролль купит себе стики в какой-то определенный момент времени. И спам даггерами не будет так сильно неприятен ему. Я думаю, что свап линии удался. Могу, конечно, быть неправ, но время покажет. Пока что нам надо обратить внимание в мид, наверное.
по большей части. Ну, здесь хочу отметить, что пока что какого-то очень большого, большой разбежки именно по лоске там нету. И рано делать какие-то поспешные выводы на тему того, кто как себя чувствует в миде. Будем наблюдать за этим. Пока что меня беспокоит только вот эта линия, потому что здесь имеется потенциальная опасность. Каждую секунду, каждый момент времени от Бэтрайдера, который может реально просто напасть, а никаким образом спастись не получается. Тем временем после паузы вот такой вот легкий опенинг делается First Blood от Фантомки. Как вы видите, паузы идут на пользу, точнее не идут на пользу не только игрокам, но еще и комментаторам. Вот такие вот грустные события иногда случаются. Фантомка. Ну, вроде бы должна себя неплохо чувствовать. Все будет зависеть от того, как эта игра будет развиваться. Вот именно от каких-то ротаций, от драк на боте, я думаю, будет построено очень много. В миде вряд ли кто-то будет кого-то убивать. Только если кто-то очень сильно не будет ошибаться. Так, атака на Феникса. Вряд ли он здесь погибнет. Да, так есть. Ну, размяли. Где-то немного пресекли потенциальную агрессию со стороны Potatoes Gaming. А в топе у Джакира проблема. Кстати, закупает он себе... Пытается закупить стики, скорее всего, он погибает здесь. Пытается замедлить своего оппонента Джакира, но 4 стака не прощают. Это должен быть легкий фраг. К сожалению, выжить шансов абсолютный ноль. Завязали стики, на этом все. Очень быстро, на мой взгляд, будет выносить вещи здесь Бэтрайдер. Рубик почему-то попинговал на Бэтрайдера. Поздравил его, сказал, молодец. Я в этом сомневаюсь. Появился стик. В миде Твизеша. В прошлой игре он не брал стик. Вроде бы, если мне память не изменяет, он брал второй нуль, а потом уже брал Блайдстоун. Здесь, видимо, решил поступить немного иначе. Так, атака очередная. Ой-ой-ой, а тролль почему-то не тот скилл, по-моему, прокачал. Ошибся немножко. Стоило прокачать миссы. Так, очень хороший баш. Получается у спиритбрейкера оформить фраг легкий. Благодаря вот такому проку. Ну, ребят, вы сами знаете эту игру. Вот эта самая игра. Когда вовремя все происходит, то это замечательно. Так, Стардар возвращается. Давайте обратим внимание на мид. 15 на 3 против 12 на 7. Ну, так на глазок я бы сказал, что баланс некоторый имеется. С другой стороны, Визаж станет намного сильнее с получением 6-го. А я очередной фраг пропускаю. Ребята, прошу прощения. Пытается Феникс уйти, на нем Poison, погибает еще и Слордар. Вот такой вот размен произошел только что, на ваших глазах. Но размен в пользу Potatoes все-таки, потому что тролль должен фармить, своей смертью он теряет деньги. Ну и, я думаю, объяснять не стоит, что это не особо приятно, когда твой мейн керри теряет деньги. Так, курица, не погибнет ли она тут? Пытаются тут расконтролить молодые люди. До самого курьера все в порядке в целом происходит. Судя по всему, Некрофос будет выходить в ранний дискорд. Так. Спирит Брейкер попытался отжать Рунос, как я понимаю, но у него не получилось этого сделать. Надо обращать внимание на топ частенько, потому что очередной раз стаки лишние можно будет поплатиться своей жизнью. За неосторожность Джакира. Очередной раз Феникса размяли. Что-то мне подсказывает, что в ближайшие 30 секунд он будет погибать здесь. Могу ошибаться, само собой. Фантомка пока фармит. И у нее получше все, чем у тролля. А так, агрессивная попытка выйти в спину кого-то наказать. Но Слардар вовремя решил отступить. Тем самым спас свою жизнь. Дазл осознал, что может вести себя супер агрессивно здесь. Кстати, эта комбинация слишком легкая, на мой взгляд. Благодаря ей можно делать хорошие фраги. Так, Сардар выехал. Почти выехал в таверну. Очень-очень жесткий какой-то дайв, но все в порядке. По итогу оказывается, ой-ой-ой. А тем временем Визаж показывает силушку богатырскую. При апе 6-го очередной раз не особо сейвово сыграл. Видимо, Некрофос, так уж сложились обстоятельства. И погибает он. Видимо, Гушраун был в кулдауне с предыдущего какого-то поползновения. Ну, мне так кажется. В боте очень много экшона, конечно. И
пока что я, наверное, сделаю вывод, что у молодых людей из FFA побольше шансов. Кстати, на топе агрессия была. Побоялся бы Трайдер дайвить. В принципе, вполне себе разумно, потому что 17 стиков имелось у молодого человека. Так, подстрял немного на дэмэдж Джеки Рос. Но все в порядке, вовремя решил отойти. 17 стиков это много, очень много хитпоинтов можно ресторнуть, посему было безумно опасно туда двигаться, потому что все-таки у Битрайдера было мало хп. Как вы уже смогли обратить внимание. Так, очередная атака, будет ли Гошраут? Экономит Гошраут, так. Увидели, что Спиритбрейкер чаржится в мид. Визадж вряд ли сможет что-то противопоставить Спиритбрейкеру, так же как и сам Спиритбрейкер. Тем временем 2 на 2 противостояние у нас в боте на данный момент. Боже, эта бедная курица так много страдает. Атака на дозла не особо продуктивная, как я понимаю, но Слордар уже на месте и, скорее всего, будет здесь отправлять в таверну кого бы то ни было. У дозла Грейва еще нету, он его не брал, у него в 2, боже, Poison Touch, и драка ничем у нас не заканчивается. Атака на Битрайдера тем временем. Битрайдер сам убивает Джакира, но, может быть, погибнет от Спиритбрейкера. Хотя это не точно. 3 секунды на Next Charge. Будет ли Vision на этого самого героя? Так, ну Спиритбрейкер делает все качественно. Но по итогу пока что нет. Пока что все-таки смог зачаржиться. Прокнет ли еще один баш? Нет, не прокает. И, скорее всего, выживает Битрайдер. Здесь нет! Битрайдер бежит. К сожалению, судя по всему, его жизнь. Стик. Есть у Битрайдера. Стик у Спиритбрейкера, трейд произошел, много денег получил за Битрайдера. Спиритбрейкер. А тролль тем временем разменивается тоже. Но не особо, наверное, на мой взгляд, профитный это размен. Постоянный экшен у нас на всех частях карты. А курица у нас чуть не погибла в очередной раз. И Визадж в миде имеет уже медальон. Ой-ой-ой, какой огромный дэмэдж идет. Надо добивать, я думаю, здесь молодого человека. Решил Некрофос добавить немного магического урона, входящего в себя. Как я понимаю, так. А Дазл-то как больно погибает Дазл. Слишком легко. Битрайдера мало хитпоинтов. У Джеки Роса тоже скоро станет очень мало хитпоинтов. Но Битрайдер, скорее всего, здесь убьет его и сам погибнет. Да, так оно и происходит. Безудержные драки какие-то. И тем самым... Ой-ой-ой, я пропустил еще один фраг. Этот Визадж... Очень проблемная цель. Я уверен, что если кто-то сейчас из потенциальных оппонентов Потейтосов смотрит за этим Визаджем, то можно попытаться его подбанить next time. Переключусь-ка я на Нетворсы, потому что, на мой взгляд, уже самое время. Пока что мы видим очень серьезную доминацию от Визаджа в миде. Имеет он 3900 Нетворса, в то время как его оппонент по линии, это Некрофос, всего лишь 2600. Это не особо много, я бы сказал. Кстати, Некрофос хочет сделать качественный выход. Атака сейчас будет на Феникса. Легкий ультимейт, судя по всему, но ниндзя не хочет давать ульту. Нет, все-таки дал ее. Сейчас добивают одного молодого человека, и Некрофос будет пытаться добрать еще и Рубена. Скорее всего, это получится. Да, так оно и происходит. Два легких фрага. Здесь очередная драка. Джакира немножко ошибся. Прожал все кнопки в очередной раз, но погибает. На нем были стаки, и в миде пока ничего не происходит. Визадж просто находится на линии и продолжает ее немного подпушивать. Вот и огрызлись немного. FFA. Начинает очень активно пушить вышку. Фарм билд, скилл билд такой у тролля, типичный в принципе. Так, просканили лес, пытаются найти оппонента, уходит все-таки фантомка, и Рубика скорее всего здесь убьют. Дазл на месте, у него опять нету Грейва, прилетел сюда на подсейв Джазмин, все еще живой, и все еще живые, но надо добирать ниндзю, наверное, нинджу, не знаю. На какой манер говорить. Очень неплохой, кстати, стан залетает. Но Спиритбрейкера подхилили, он выживает. Фантомка также на размене здесь. Джазмин делает, скорее всего, еще один фраг. Очень неплохой стан птицами, дабл стан. Все еще живет молодой человек на Некрофосе. Пытается его Джазмин добить. Как бы он не заплатил своей жизнью, вылетает еще очередной плевок в спину Некрофосу. Джазмин все еще жив. Стаки постепенно обновляют. Джакира кладет очень неплохую макропиру. Джазмин, скорее всего, погибнет. И достанется этот стрик Спиритбрейкеру. 400 голды. Сам Спиритбрейкер также погибает. Драка продолжается. Слабодар все еще живой. Тавр начинает падать. И
Дазл еще процессирован, ну боже, они когда-нибудь остановятся? Джакира также начинает становиться очень больно, птицы все еще помогают, несмотря на то, что сам молодой человек на визаже мертв, фантомка очень красная, пытается отойти, но все-таки на развороте врывается Джакира, скорее всего погибает и сама, Джакира уже в таверне, будут ли прокать миссы, тролля в очередной раз станет. Фантомка все еще живет, надо ей нажимать ТП аут, если он у нее есть. А он у нее есть, почему она не покупает ТП? Она могла выживать 100%, все еще живет. Боже, неужели Асада подумал, что фантомка ретировалась? Они ее отпустили, потому что подумали, что она сделает ТП аут. Она могла сделать ТП аут. А, нет, не могла. Я ошибся. Извините. Я смотрел вот на эту иконку, обычно она отражает текущее состояние кулдауна способности. Рубика в очередной раз прикончили. Ой-ой-ой, эта драка когда-нибудь остановится, ребята. Т1 Tower падает. И на данный момент FFA, по-моему, навязали борьбу вот этим прессингом на боте. Покажу вам, наверное, файт рекап, который покажет смертного Рубика. Пропустил важный файт рекап, извините, пожалуйста, меня за это. Идут в пятером по боту сейчас FFA для того, чтобы разваливать очередной тавер. В принципе, с Джекиросом, с Ликвидфайром левела 4, проблемы в этом никакой нету. Видас у Визаджа имеется, он постепенно прессует тавер, бустит свой атак спид и решил немножко обеспокоиться, но он же видит всех пятерых на боте. У Некро нету телепорта, кстати говоря, и у Джакира нету телепорта. А вот стоило бы задефать эту вышку, я не понимаю почему. Они прямо сейчас должны дать телепорты. Это очень странно выглядит, просто так отдают бесплатную вышку. Они могли ее задефать. А, я понял коварный план этих молодых людей. Они хотят Т3 похарасить, потому что понимают, что они сейчас имеют некоторое преимущество. Посмотрите, сколько один плевок дэмэдж наносит. Катапульта еще пару раз успеет ударить. Шутки шутками, а вот это вот эти 10% урона, это важно. На 12-й минуте вот так нахарасить тавр, если продолжит прессовать именно бот-линию молодые люди из FFA, то я думаю, что у Potatoes Gaming возникнут некоторые неприятности. Бэтрайдер предпочел по какой-то причине пофармить лес, вместо того, чтобы на этом Firefly'е вот этих крипов сбрить, которые могли бы сейчас помочь ему попушить тавр. Очень странно это выглядит, тем не менее, это происходит. Ну и перемещаются в мидл, хотят очередные два тавра, судя по всему, FFA забирать. И у них это с легкостью получается, потому что этот самый Джеки Рос, тролль, все герои предрасполагают к пушу, тут бесспорное. Так... Подцепил Рубика. Появилась вся вижен на чардж. Птицы также ушли в дизейбл. Кладется очень неплохая макропира. Очень больно спиритбрейкер. Он погибает. Крадутся скиллы. Какие замечательные птицы. Ультимейт в Рубика залетел от Инди. Все еще жив. Тролль, но недолго. Погибает он. Микрофоса поймали на лассо. Очень больно Джазман делает своему оппоненту. Очень лоу хп он находится. Некр, скорее всего, здесь погибнет. Драка опять разделяется. Еще убили Дазла. И это тим вайп. Вот такая вот драка. Просто невероятно. Молодцы, молодцы, огрызаются Potatoes. Очень сильно все сделали. Мне понравился этот файт. Ну и само собой, Джазман показывает, судя по всему, свою самую мощную сигнатурку. Не иначе. Вот так вот немножко своему оппоненту Potatoes показали, что они могут делать сильно. Так, атака на тролля потенциальная. Два сразу сейф телепорта, понимает Бэтрайдер, что нужно уходить, он может нажать блинкаут, он должен это делать. Спиритбрейкер, скорее всего, скоро будет чаржиться. Юзается очень хороший светящий момент от Стардара по троллю, он динает вышку. Тем временем Джеки Роса, скорее всего, тут убили, да, так оно и произошло. Бара толкает людей, хочет давать ульту. Очень больно Спиритбрейкеру на развороте, все еще жив Бэтрайдер, и пока что... Этот Джазмен слишком силен. Мне кажется, вряд ли получится тут хорошо сражаться против него. Фантомка разваливает безумно сильно под коррозив Хейзом. И это минус 4 в очередной раз. И я готов дать неутешительный прогноз, по-моему. Очень красный Феникс. Как бы он не погиб здесь от вышки, дает неплохой стан. И это тимвайп очередной. Ну, ребят, это сноубол. Судя по тому, что... происходит, судя по тому, что я вижу на экранах, этот сноубол может быть неостановим. На данный момент в районе 5000 преимущества имеется по нетворсу, уже 6 за Potatoes Gaming и 15000 по экспириенсу. Бедный Дазл жить у него не получается в этой игре.
Потная игра, мне пишут в чат, да, я с тобой согласен. Насколько она потная по макро, я не знаю, но для меня, в плане того, как это все комментировать, это нон-стоп файт, это да, выглядит очень приятно. Тут бесспорно. У Визаджа, кстати говоря, появляется супер важный артефакт. На мой взгляд, этот артефакт — это лучшее, что он мог купить в этой игре. Я могу ошибаться, может быть, стоило рашнуть какой-нибудь аганим. Но, как вы видите, он хочет покупать совсем другую вещь, это будет Блаторн. Совсем недавно комментировал игру, где сами игроки на сцене слышали меня. Поэтому я пытаюсь некоторую инфу скрывать, но привычки эти надо выбрасывать. Слишком много ошибок. Слишком много ошибок в комментировании от меня или у молодых людей из FFA. Не знаю. Кстати, обратите внимание, что хочет брать фантомка. Пока что она хайдит эту инфу. Но если это будет Линкин сфера, это будет выглядеть странно. Который раз загуливает Джакира, очень опасно. Это делает. Так. Вот в очередной раз подцепили на лосо Некрофоса, затянули его на хайграунд. Он все еще живет, скорее всего, погибнет. Не будем за этим наблюдать, будем наблюдать за осадой на тролле. Он все еще живет, юзается очень ранний грейв, мне кажется, слишком ранний. И тролль все еще жив, но, скорее всего, погибнет от урны. Очень лоу хп, да, так оно и происходит, но забирает его Рубен, а не урна. Джакира у молодых людей, да, я тебя понял, спасибо. У молодых людей имеются ошибки, я с тобой полностью согласен. Джакира уже... Ну, прям, вот этот момент был, когда он подставился очень откровенно. Здесь очередной раз вышел. И я не уверен, что это как-то, ну, так надо делать. На следующем турнире покажу, как надо играть. Хорошо. Я думаю, что я понаблюдаю за этим в очередной раз. Spirit Breaker, Split Pusher тем временем. Мы наблюдаем. Фантомка приобрела в себе все-таки Battle Fury. Попыталась заберстить бару, но... Нет. Делает качество баран, просто убежал. Вся команда Potato стягивается, хотя этот персонаж уже сделал тип-аут. Ну, в принципе, логично со стороны бары и нелогично со стороны оппонента. На самом деле, меня немного смущает эта игра, я бы сказал, что она нечестная. Потому что ребята играют своей какой-то проверенной такой заготовочкой. Этот Визадж, который в миде всех разваливает очень сильно. Affirmative, говорит у нас Визадж. 11-1 на данный момент он имеет. Как вы уже обратили ваше внимание. И Фантомка 7-1-12. Ну, вы видите, да, что у них такой очень интересный вектор. Они просто понимают, что их мидер будет чувствовать себя комфортно. Добирают сильную сейф-линию. И имеется четверка Слардар, который Corrosive Haze, бывшим Amplify Damage, помогает Фантомке играть в доту. И, в принципе, это логично, это хороший буст. Все продумано, все работает. И как раз вот от этого и отталкиваются. Дополнительный Disable имеется. Так, подцепил в лосо Битрайдера своего оппонента. Тот находится на хайграунде. Битрайдера вытолкнули отсюда, юзается Рипер. И погибает Битрайдер. Немного загулял. Делают тип-ауты. Оба персонажа команды FFA. Такие ошибки могут стоить очень важного преимущества. Очередной чардж. Тем временем в миде у нас какая-то драка планируется, но намного важнее посмотреть, что будет происходить на ботте. Нету ульты у бары, надо попытаться еще побашить. 17% покажите нашу силу. Фантомка все еще пытается выживать. Скорее всего, шансов у нее на выживание маловато остается тут. Потому что стягиваться союзникам некуда. Несмотря на это, она прыгает. Скорее всего, погибнет от урны. Нет, очень хороший тип-аут. Замечательно, замечательно сыграла Фантомка. Все так сильно пытались ей помочь, что... Ой-ой-ой, все не так просто получается. Феникс тут помогает Визаджу убить очередной таргет. На Макропире пока что отдыхает осада, но Макропиру своего тиммейта. Феникс все еще жив, пытается станить своего оппонента, дабы подольше пожить. Погибает также, но пока что размен 2... А, извините, 1 в 1. Бэтрайдер в совсем другом месте погиб. Подцепили в очередной раз Рубика. Скорее всего, тот погибнет. Дает на развороте очень мощный айспас. Погибает почти Робин Гуд.
но все еще живет. Джазман разряжает очередные стаки, он все еще жив, как же эти птицы спасают. В очередной раз Битрайдер находится на месте, помогает своим тиммейтам. Как же этот Джазман делает? Он все еще живет, боже, этот персонаж МВП сегодняшнего турнира. Вы меня, конечно, извините за мою некоторую предвзятость, но то, что я вижу, это просто замечательно. Как же он мансит. Если бы я сейчас был в этой игре и играл за команду FFA, то я чувствую, я бы сгорел просто. Потому что вот эти стаки выглядят немножечко имбалансно. Я думаю, некоторые находящиеся здесь молодые люди на стриме должны со мной согласиться по этому поводу. Легчайший пуш. 12 преимущества по Netverse на данный момент у Potatoes Gaming. Их стратегия на верочку работает. Я не буду сильно удивляться, если в следующей игре от них будет приблизительно такой же драфт. Они бустят фантомку через Лордара и имеют сильный мид в лице Визаджа, который чисто не в соло завозит катку. Арщит появляется у Визаджа. И в курице у нас пока ничего нету. Да. Решил приобрести арчит, дабы, видимо, затыкать где-то Некра, чтобы тот бы шраут не нажал. Где-то Дазла можно затыкать. Хотя первоначально, насколько я видел, он собирался Блаторн брать. Сейчас двигается в сторону Аганима. Так. Барань отдал чардж Рубику. Начинается атака на этого самого Рубика. И с Рипера его накрывают. Погибает он, судя по всему, от Рипера. Я не смогу это узнать. Птицы все еще живут. Очень неплохие станы. Залетают. Боже, как больно этому Газлу. Все еще живет. Драка под шрайном. Пока что все прохиливаются. Фантомки. Безумно больно этот врыв на четверых. Неужели? И фантомка дожила свою жизнь, убив еще одного оппонента. Поднимается после Аегиса. Минус 4. И, скорее всего, этот парень также отправится в таверну. Ультракил от ПА. Дуракан на Дазле, зачем по фастбф? Ну, такой захотел принять решение. Ну, может быть, даже в этой драке от бфа был толк, потому что, когда 4 человека стоят в одной точке, и ты берстишь, то ты неплохое количество дэмэджа наносишь попутным целям, хотя, да, если бы был дизоль, я думаю, это выглядело получше. Падает мидл линия. Фантомка, судя по всему, хочет ошибаться, но чувствует свою неуязвимость в контексте наличия рядом Визаджа. Бара тут отталкивает немного фантомку, залетает фул прокас от Робин Гуда, пока что дэмэджа маловато от этого. Очень больно здесь с этому самому Робин Гуду, он отъезжает, пересмерть завозит еще пару кнопок. Опять этот стан по четверым, боже, Феникс, успокойся, пожалуйста. Очередные минус 4, я уверен, что это good game. Слишком большая критическая масса набрана. Эдвард Морро пишет good game. Вот такая вот игра. Неожиданная для меня на самом деле. Я все-таки приверженец цифр. Поэтому, наверное, я здесь немного тоже не прав. Potatoes Gaming сыграли сильно. Вот все, что я могу сказать по этому поводу. Наверное, давайте еще какую-нибудь выдавим из пальца аналитику. Почему бы и нет? Я могу попытаться это сделать. В чем была проблема? Заведомо проигранная линия Джакира Битрайдер. Как вы могли заметить. Но этот свап был обусловлен тем, что ребята хотели очень сильно прогрессировать на сейфлейне, чтобы не дать фантомке фармить. Все-таки фантомка плюс Лордар, быстрый какой-нибудь дизолятор или Фейзы Владимир. Ну тут вообще по-другому совсем сценарию игра пошла, я думаю, вы заметили, обратили на это внимание. Фантомка решила купить супер какие-то необычные, хотел сказать неадекватные, но тут я был бы не прав, вещи. И по итогу чек, Асум, ты 30к, ну, какие-то у нас обсуждения тут в чате происходят. Что там по Визаджу? Визадж, да. Визадж надемажил почти как вся команда. А, ребята, я хочу сказать вам больше. Визадж в соло надемажил больше, чем вся его команда в сумме. Если я не прав здесь. А, нет. Он надемажил на 6000 меньше, чем вся команда его в сумме. Я вижу, тут аналитика идет тем самым моментом немного.
в чате, хочу с вами пообщаться. На следующем турнире покажу, это я видел. Они говорят, поверь. Это я тоже пропустил. Соло тролля поставить и триплу с Джакиром. Джакира без левела был бы не совсем тем, на мой взгляд. Ребята хотели все-таки сыграть на фаст левел, как я понимаю. И, ну, как бы, посему они хотели быстро получить левел 7 Джакира с ликвидфайром левел 4, чтобы быстро пойти ломать вышки. У них это при ротациях получалось. Но после этого произошла проблема небольшая. Был тимвайп в миде. И после этого последовал следующий тимвайп. Ну и как бы после двух тимвайпов уже огромная доминация по деньгам имеется. И контестить драки оппоненту становится сложно. Тем более, когда есть Аегис. Ребята вгрызаются в фантомку, у которой есть Аега. Та успевает, пока она живет, сделать так, чтобы погибли два оппонента. И тем самым вы понимаете, что драку уже особо здесь не потянуть. Да, может быть, имело бы смысл трипла с Джакира, но я уверен, что ставка в первую очередь была здесь на быстрый уровень этого самого Джакира для того, чтобы быстро собраться пушить. Потому что есть тролль, есть подсейв и есть некрофос. По итогу Джакира с его мувспидом не стоит против мыши, а тролль со стиками стоял бы. Да, я согласен с тобой. На самом деле Джакира мог бы не погибнуть еще первый раз или второй, когда он погибал, я точно не вспомню. Он пытался загрейдить стики вместо того, чтобы сразу купить ботинок. Может быть, игра пошла бы немножко в другое русло. Я пока что ставлю эту таблицу на ваших экранах. Тем временем давайте я быстренько узнаю у нашего менеджера, что происходит у нас. Может быть, я смогу сразу двинуться в следующую игру. Угу. Я сейчас буду об этом узнавать. По поводу того, что я хочу из важного сказать, что, ребята, если что, вы можете сегодня еще попробовать сыграть на нашей платформе турнир 1x1, который будет на 3000 поинтов, элло-поинтов. 3000 элло-поинтов, я очень боюсь ошибиться, но что-то мне подсказывает, что это $50. Вот. Вот, нам в чате как раз подсказывают касательно этого самого турнира. Ребята, я вроде бы достаточно информации дал. Если у вас какие-то ко мне вопросы еще с чата остались, обязательно пишите. По своему возвращению я с удовольствием буду отвечать на вопросы. Я думаю, вы заметили, что я люблю вести коммуникацию. Поэтому сейчас я на некоторое время отлучусь, включу вам немного музыки, и после этого мы будем возвращаться в игру. Я очень сильно на это надеюсь, что у нас, видимо, опять будет небольшой перерыв такой, ну, не такой долгий, как был до этого, потому что все-таки игра не 10 минут была, а немного подольше. Поэтому, когда у нас закончится четвертый тур, точнее, второй тур, это 1/4. Следующий, уже 1/2 будет играться, и я как раз ворвусь на эту самую игру, и мы будем наблюдать дальше за происходящим. Посмотрим, получится ли у Potatoes Gaming дальше спамить своего визажа и комбинить физ ДПС через Слордара. Я надеюсь, что нет, потому что все-таки Dota должна быть умной игрой. И когда ты смотришь, как люди играют именно одними персонажами, меня немножко это смущает. Может быть, даже где-то FFA сильнее, чем их оппонент. Но за счет того, что FFA пикали то, что им плюс-минус было необходимо в игре, получилось так, что Потейтосы из-за того, что у них наработанный пик, они одержали победу. Это спорное заявление, да, часть вот эта сама Mind Games на пиках, это тоже безумно важно, но все-таки, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, я очень много тут разглагольствую. Как я и сказал, я отлучаюсь. Очень сильно надеюсь, что остальные ребята доиграют в скорости, и я смогу присоединиться к вам на следующей карте. Спасибо всем большое, что пришли. Мне приятно, что меня смотрят и меня слушают. И тем временем я включаю вам музыку и совсем скоро вернусь. Никуда не уходите.